С участников проекта «Активного долголетия» можно брать пример. Они занимаются скандинавской ходьбой, йогой и ездят на экскурсии. Теперь для них организовано бесплатное посещение бассейна в учебно-тренировочном комплексе «МГАВКа». Как прошло первое занятие, расскажем в сюжете. Многофункциональный учебно-тренировочный комплекс открыли в прошлом году. Здесь проходят занятия по фигурному катанию, хоккею, танцам и плаванию для студентов МГАВКа. Сейчас эта площадка открывает свои двери для всех жителей городского округа. С сегодняшнего дня начинаются занятия для населения. И вот одно из первых занятий проходит по плаванию для женщин, которые с удовольствием плавают, потому что бассейн прекрасный, удобный, свободный. И самое главное, что с ними работают специалисты высочайшего класса, которые работают в Московской государственной академии физической культуры. Среди первых посетителей – участницы клуба «Активное долголетие». Благодаря совместным усилиям ректора и сотрудников администрации городского округа, они смогут бесплатно посещать занятия по плаванию. Так хорошо нас встретили, проводили, чуть ли не донесли. Так прям нас бережно положили на воду. Вода шикарная, прекрасно. Провели урок. Я прям начала плавать с уверенностью. Очень хороший прием. И хотелось бы еще раз, чтобы сделали такое же хорошо нам. Замечательный бассейн. Удивительная чистота, красота. Все современно, все классно. Настроение просто замечательное. Плавание – один из любимых видов спорта людей старшего поколения. Эти занятия позволяют разгрузить суставы, позвоночник и укрепляют сердечно-сосудистую систему. Важно начинать тренировки с минимальной нагрузки, постепенно увеличивая интенсивность. Для этого 45-минутные уроки проходят под руководством опытного инструктора. Мы используем плавательные нудлы в целях техники безопасности. Может быть, у кого-то, скажем так, чувство водобоязни присутствует. Это как вспомогательный предмет для того, чтобы побороть это чувство, и, возможно, в дальнейшем с ходом занятий мы откажемся от плавательного инвентаря дополнительного, и они будут сами уже уверенно держаться на воде. Тренировки будут проходить каждый четверг. Кроме того, для участников губернаторского проекта предоставлен автобус, чтобы им было удобно добираться до места проведения занятий. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Спасибо.